Цеп, здрасте. Рад приветствовать на канале. Сегодня запланирован совместный выезд с одним интересным человеком. Андрей Хабар. Король Шурфа. Ссылка император. На канал. Император Шурфа. Не, на самом деле, без всяких шуток. Круче, как у него, я нигде не видел. Едем с ним вместе в один старый лес. Ссылка на его канал в описании. Кстати говоря, человек занимается восстановлением, реставрацией находок монет, крестиков, ну, металлопластики, всего остального. У него очень интересный растворчик для очистки монет. Короче, все ссылочки в описании на его группу ВКонтакте, на канал будут. Растворчик, кстати, вот такой вот. Сами пользуемся. А уж всякие штучки для хранения. А, находок, да, у него же еще планшеты, точно, я же забыл совсем, планшеты для хранения находок, для монет, для вот у нас пуговки, бирки. Сейчас прикреплю фотку. Короче говоря, что из этого выхода получится, мы сами пока не знаем. Но лес старый. Если что, как минимум красивая осенняя природа. Красивая осенняя природа вам гарантирована. Да, найдем что-то, не найдем, посмотрим. Ну, короче, гуляйте с нами, будет интересно. Прибыли на место. Вот такой здесь лес. Ну, здесь редколесье, там саженный. Лес очень, на самом деле, место очень старое. Очень старое. Там дальше шурфы, но это я показывать не стал. Кое-что здесь шурфили. Пока попадаются вот такие штуки. Ну, вроде как обломочек ножа старого. Вот. Грунт здесь тоже хороший очень. Очень хороший. Там Люба лазит, там Андрей. Так. Ну, мы здесь в окрестностях вот этих шурфов, в общем-то, и ходим. Цель была такая. Короче, находочка сейчас была. Такое, конечно, мы забираем. И берем сверху. Не очень старинная, скажем так, но целая. Даже гвозди торчат. Классно. Повесим куда-нибудь. О, попался. Без хвостовика, но вполне себе целый. Класс. Охотились, наверное, здесь. Скорее всего, потому что здесь под омолетом, если на конечнике, Андрей говорил. Так, ну, крутимся далее. Классный муравейник нагородили. И опять его кто-то жрал. Вот они здесь все муравейники подъедены. Такой вверх вытянутый. Прикольно. Не видно, трудяк-то уже, наверное, это. Закапсулировались. Да, интересный. Лес кошаха. Охренительный. Светных сигналов практически нет. Да, сегодня преимущественно черные сигналы, но интересные. Тыльник от ножа. Целый. Там бревнышко есть, там посидеть можно. Короче говоря, первая цветная находка, к сожалению, обломанный. Петровские времена. Красивый был. Ладно, это хорошо. А мы идем пить чай. Не нормально и без меня. Чайку. Ну пойдем, потом вернемся. Чай попьем. И пойдем. Короче говоря, шел, копнул черный сигнал. Все-таки глубокая чешуя загоняется в чернину. Естественно же, здесь крем не схватывает. Чешуйка выскочила. Великий. А вот кто великий, непонятно. Положи мне на эту. Сейчас покажу. И грибы такие. Вот такая офигенная. А переверни. Сейчас информацию потом прикрепим. Поищем и прикрепим. Прикрепим. А? Где
уделка? Да не похоже на уделку, но я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну, ранняя какая-то. Так. То грозненская. Держи. Ова. Так, ну все. О, донской. Грибочки. Донской, да? Донской. О, блин. Это грибочки. Донской? Да. Охренеть. Угу. Сыгай, грибы. Грибышка. Вот это а да. А я ему все говорю. Вообще сохранище-то. Сохран шикарный. Я тебе скажу, что. Я копнул черный сигнал. Поп, чисто черный. Да? Да. Он глубоко. А она как бы... Снимаешь? Не, я тебя не снимаю. О, я грибы снимаю. Прикольные, сай какие. Вот это да. Ты писай, где мы копались. Сабли, да? Полчаса назад здесь копались. Где? Хорошо. Ну-ка, стой, подойди. Сейчас, ладно, отключаюсь пока. Все, друзья, походили сегодня, нашли кучу всяких интересных черных сигналов, наконечник, кусочек крестика, ну, точнее, крестик, но не целенький. Андрей сейчас еще не пришел, может быть, конечно, у него сейчас что-то еще будет. Ну, вот, ну, уже вечереет, все, нам еще внерезиновую пилить сегодня. Ну, и, конечно, вершина всего это уделочка. Совершенно обалденная. Вы уже, я думаю, что видели вставочку, потому что мы еще сами не знаем, что это такое. То ли донской, то ли не донской. Ладно. Ставьте пальцы. Я думаю, что мы все их заслужили. Переходите на канал Андрея. Всем здоровья. И пока.